Все, отлично, 34,5. Получается. А будете голосовать, да? Одноразовая. Одноразовая. И ее потом забираешь с собой. Да, конечно. Все, что нужно для голосования по поправкам в Конституцию России, можно получить прямо на избирательном участке. Маски, перчатки, одноразовые ручки – всего достаточно. В этом убедился глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Завтра у нас важное знаковое событие. Мы голосуем по поправкам в Конституцию Российской Федерации на многие-многие годы вперед. Вот со своей стороны, как организатора процесса вместе с избирательной комиссией, мы сделали все необходимое и все возможное для того, чтобы уровень комфорта и уровень безопасности был максимально высоким. На полу навигация, на кабинках нет одной шторки. Голосование проходит так, как предписывают санитарные нормы. Да и сам процесс растянут по времени на неделю, чтобы не создавать скопления людей. Но основной день – 1 июля. Комиссия защищена, одноразовые ручки, маски, перчатки все на месте в достаточном количестве, на максимальную явку. Поэтому можно спокойно приходить на избирательные участки завтра, выполнить свой гражданский долг. 8 часов вечера 1 июля избирательные участки по всей стране закроются. Поправки будут одобрены, если больше половины россиян утвердительно ответили на вопрос, заданный в бюллетене. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».